1 и 2 ноября в Сочи впервые выступят артисты из Южной Кореи. Это музыкальный театр из города Кванджу, под крышей которого собрано несколько этнических коллективов. А его постановки позволяют зрителям по всему миру проникнуться национальным корейским искусством. Главная особенность – здесь нет четкого разделения на оперу, балет или драму. Постановки корейского театра совмещают все виды сценических искусств – вокал, танец, игру на музыкальных инструментах, драматическое действие и даже акробатику. Концерты 1 и 2 ноября поделены на две части. В первом отделении будет представлена одноактная корейская опера. Каждый день разные спектакли. А во втором зрители ждут выступления ансамбля, народных инструментов, этнические корейские танцы и шоу барабанов. Традиционная корейская опера входит в список всемирного нематериального культурного достояния ЮНЕСКО. Начало концертов в 19:30.